У нас уже фактически нет нормальных ПТУ или техникумов, где готовят людей. Просто нет. У нас нет инженеров. Что вы не готовите инженеров, это кончится печально. Система профессионального образования, среднего, высшего, она не готовит специалистов, востребованных рынком труда. 40 тысяч предприятий с 91 года было уничтожено. Вместо того, чтобы быть модернизированы, их просто уничтожили, убили. Многие заводы просто останавливались. Естественно, молодежь туда не шла. Беда и вина наших предыдущих правительств. В течение 20 лет слово «промышленность» стало ругательным. То есть это было почти матерное слово. Чтобы в Российской Федерации предприятие работало, оно должно работать не просто на уровне западных образцов, оно должно работать на десятки процентов лучше западных. Промышленность. Фу, гадость какая. Вот шоу-бизнес – это действительно да. Но по инерции продолжается движение в сторону юридического образования, гуманитарного образования, экономического образования. Хотя там, конечно, перебор. Специалистов, инженеров с опытом днем с огнем не найдешь. Их ищут, их переманивают друг у друга. И мне кажется, что вот это тот момент сегодня, когда, так сказать, отъезд в другие страны в поисках лучшей жизни становится, на мой личный взгляд, весьма сомнительным мероприятием.